кажется, просто по тому наитию, которое на них не зашло, что вот какие-то были сделки. Причем по такому широкому кругу дел это неправильно, это страшно, потому что суды зачастую не хотят разбираться. И если ответственные органы приносят и говорят, что вот такие сделки, им кажется, что были совершены для того, чтобы вывести имущество, то они будут принимать все в сторону ответственных органов. Новый закон в случае его принятия в исходном виде может коснуться многих. Сейчас в судах находится около миллиона дел о неуплате алиментов. У всех ответчиков, которые проходят по ним, есть родственники, друзья и знакомые. И, соответственно, на них может лечь ответственность по уплате алиментного долга. Это десятки миллионов человек. Средний долг по алиментам составляет около 200 тысяч рублей. И эти деньги будут, так или иначе, взысканы с неплательщиков. Валерий Ильянов, Вести ФМ. Сутки молчать, сутки не есть, переночевать в лесу в одиночку. Это предстояло пройти ребятам, родители которых приобрели путевки в так называемый лагерь для спартанцев-следопытов. Такие сложности, как оказалось, не всем родителям понравились и вызвали возмущение. Насколько оно справедливо, разбирался наш корреспондент в Петербурге Олег Яхонтов. С ним беседовал мой коллега Владимир Аверин. Это, конечно, не лагерь для спартанцев, это лагерь для следопытов. И если кто-то знает такое слово, как скауты или скаутинг, то им будет все сразу же понятно. И действительно, на первый взгляд, все вышеперечисленные испытания мало согласуются с оздоровительным отдыхом детей, но если почитать информацию на официальном сайте лагеря, он находится, кстати, в Приозерском районе Ленинградской области, то все становится понятно. Еще раз, лагерь называется «Следопыт». Существует он довольно давно, в рамках международной программы. И если бы там все было так жестко и по-спартански, то, поверьте, долго бы он не просуществовал. Поскольку были бы судебные иски, огромное количество недовольных родителей, были бы обращения в различные инстанции, но ничего этого нет. Только сотни прекрасных отзывов. Дети живут совсем не в спартанских условиях, а в хороших корпусах. И я лично их видел. Там есть все необходимое, включая горячую холодную воду, пятиразовое питание, медицинское обслуживание и все остальное. Согласитесь, это совсем не спартанские условия. Но дети там действительно от 6 до 15 лет играют в следопытов и осваивают различные профессии. От пилота дрона и корреспондента-журналиста до костровола и знатока леса. За это дают нашивки. Но перед этим ребятам надо получить галстук следопыта. И вот для этого действительно надо пройти те самые три испытания, из-за которых, собственно, и возникла эта ситуация. Первое – это молчанка. Надо молчать в течение суток, активно участвуя при этом в жизни отряда. Второе – это голодовка, вернее, голоданка. Не есть в течение суток, но есть очень важная поправка. Дети до 11 лет не должны есть всего в течение 4 часов, а пить можно без ограничений. И третье – это ночевка в лесу. Испытуемый готовит заранее место и дрова. Костер должен гореть до утра. Испытание, естественно, курирует инструктор с начала до конца. Для испытуемого его наличие не разглашается. Но то, что написала родительница про 5 спичек и березовую рощу, это, конечно, неправда, поскольку ночевка для детей всех возрастов. Во-первых, они ночуют по двое. Во-вторых, в палатках. Причем это происходит не где-то в чаще леса, а сразу за забором лагеря, рядом с пунктом охраны, где дежурит инструктор. Причем инструктор проверяет, получилось ли разжечь костер. Если что, он помогает. Несколько раз он проверяет детей ночью. И все это делается с разрешения родителей и врача лагеря, поскольку дети разные. У кого-то, может быть, есть заболевание желудка, ему нельзя голодать. Об этом обо всем, естественно, докладывается, и эти дети от таких испытаний освобождаются. Для чего это сделано? Цель этих испытаний – преодоление своих слабостей, лени и возможных страхов. Конец цитаты, я позволил себе процитировать то, что написано на сайте этой организации. И вот здесь стоит напомнить, что это именно спортивно-оздоровительный лагерь.
правым, есть, в конце концов, с религиозным уклоном. А вот здесь детям предлагается участвовать вот в таком большом приключении разведчиков. Но дело в том, что администрация лагеря, наверное, стоило бы более точно и подробно информировать родителей, когда они покупают у них путевки, о том, что ждет их детей. А родителям все-таки, помимо всего прочего, очень внимательно не только отзывы читать, но еще и сходить на сайт, посмотреть фотографии. У меня это заняло не так много времени, но тем не менее я выяснил все от начала и до конца. И в лагере мне тоже по телефону все достаточно подробно объяснили. Почему это не сделала эта мама? Странно, но она не собирается устраивать какой-то скандал, а собирается все-таки говорить или каким-то образом потребовать от администрации этого лагеря, чтобы они более подробно объясняли родителям, что это за лагерь. Сервис действительно помогает перемещаться по городу быстрее, да и туристы любят прокатиться по центру на скутере. Отказываться от такого преимущества французы не хотят. Илья Ежов, Вести ФМ. Вести ФМ. Волгоград 106.8. Махачкала 103. Мурманск 107.8. Владикавказ 106.3. Новосибирск 104.6. Самара 93.5. Москва 97.6. Вести ФМ. Первое о главном. Взгляд Максима Кононенко на радио Вести ФМ. Следуйте старому мудрому правилу, говорил профессор Воланд директору Варьете Степану Лиходееву. Лечить подобное подобным. После чего и предложил похмельному директору это самое подобное. То есть две стопки водки с острой и горячей закуской. Надо заметить, что вовсе не во время своего визита в Москву повелитель сил тьмы придумал этот гениальный рецепт.
латинское выражение «similia similibus curantur», то есть «подобное излечивается подобным», известно с незапамятных времен. Собственно, именно на этом фундаментальном правиле основывается вся теория гомеопатии, хоть она, конечно, и не так эффективна, как две стопки водки в нужное время. Но наука не стоит на месте, и познание бесконечно. И вот издание Guardian сообщает нам о новом достижении британских ученых. Специалисты из Бристоля решили лечить подобное не подобным, а даже более интересным. 11 пациентов, страдающих алкоголизмом, на протяжении долгого времени получали вместо алкоголя небольшие порции экстази. Вещества, напомню, запрещенного в большинстве стран мира. Так вот, оказалось, что в течение 9 месяцев после окончания, так сказать, лечения, к постоянному употреблению алкоголя вернулся только один испытуемый. Еще 5 выпивают эпизодически, а 5 стали полными трезвенниками. Ну что же, результат замечательный. Правда, британские ученые не сообщают нам, какое количество испытуемых, бросивших пить, остались сидеть на наркотиках. Впрочем, я и сам могу вам сказать, 10 из 10. Не остался на них только тот, который не перестал пить. Впрочем, даже и за это я не поручусь. Быть может, он решил совместить. Как совмещал, например, один знаменитый русский поэт, решивший излечиться от алкоголизма примерно таким же образом. Увы, излечиться не удалось. И поэт безвременно умер. Причем даже не столько от причин изначальной болезни, сколько от лекарств, которые он применял. Впрочем, никакие из подобных примеров, а их не один и не два, не останавливают ученых от поиска решений, подсказываемых повелителем сил тьмы. Лечить подобное подобным. Ведь это так просто и, главное, так понятно для пациента. Взгляд Максима Кононенко. Вести FM. В среду 21 августа в Сибири, в Омске вечером кратковременный дождь, гроза 18-20 градусов. В Новосибирске также осадки плюс 15-17. В Иркутске без осадков 21-23 градуса. В Красноярске кратковременный дождь плюс 20-22. На северо-западе России, в Великом Новгороде без осадков 20 градусов. В Калининграде, Вологде временами дожди плюс 20-22. В Поволжье, в Казани, Нижнем Новгороде без осадков 24-26 градусов. В Самаре плюс 26-28. На юге России, в Ростове-на-Дону и Волгограде 34-36 градусов. В Краснодаре плюс 30-32. В Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь плюс 22. В Москве без существенных осадков 26-28 градусов. Там, где тенденции, интерпретации, коллаборации есть неизменное. То, что цитируют. То, что отражает суть. То, что вне рамок. Владимир Соловьев и Анна Шафран. Классика, которая всегда в моде. Программа «Полный контакт». Со вторника по четверг. С 7 до 11. На радио Вести ФМ. От ненависти до любви. От Волги до Енисея. От мала до велика. От А до Я. От 3 до 5. Евгений Сатановский заставит переживать, разберет для каждого, охватит все. Золотая середина информационного эфира. Программа «От 3 до 5» по будням на радио Вести ФМ. Есть два взгляда на будущее. Со страхом и с надеждой. Но вместо того, чтобы гадать, верить и предполагать,
вы можете создать его сами. Что ждет Россию и мир? Программа «Стратегия» с Анной Шафран. Мы знаем, каким будет завтра. По будням после 19 часов на радио Вести ФМ. В Москве 7 утра. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН завтра проведет неочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Запрос об этом направили России и Китай, сообщил исполняющий обязанности постпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский. Заседание будет проведено в открытом формате с докладом представителя Генсека ООН. Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США разрабатывает гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен до РСНД. Договор от 1987 года прекратил действие в этом месяце. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения. В начале июля президент России подписал закон о приостановлении договора. США заявили, что президент Франции поддерживает американского лидера в его решении пригласить Россию на саммит Большой Семерки в следующем году. Об этом телеканал CNN сообщил неназванный чиновник в администрации США. По его данным, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры сошлись во мнении, что Владимира Путина необходимо пригласить на саммит Большой Семерки в 2020 году. Ранее Трамп написал в Твиттере, что Соединенные Штаты в свое время настояли на исключение России из G8 из-за того, что российский президент Владимир Путин переиграл тогдашнего лидера США Барака Обаму. В понедельник Путин на встрече с Макроном заявил, что Большой Восьмерки сейчас не существует, поэтому возвратиться в эту организацию нет возможности, но Россия никогда не отказывалась от работы в этом формате и в любое время ждет партнеров в гости. Дональд Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксон на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Трамп поблагодарил Фредериксон за откровенность, которая, по его словам, помогла сэкономить много средств и усилий как в США, так и Дании. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников американского лидера, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Трамп даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта. Фредериксон заявила, что считает идею Трампа, цитирую, абсурдной темой и исключила возможность продажи Гренландии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме. На своей странице в Фейсбуке дипломат написала, что посольство России в Турции, генконсульство в Анталии делают все, чтобы помочь пострадавшему ребенку и ее родителям. Как сообщалось ранее, девочка находится в больнице города Денизли в критическом состоянии. Помощь ее семье оказывает страховая компания «Туроператор». Инцидент произошел 18 августа в отеле. Руку 12-летней жительница Санкт-Петербурга засосала в трубу бассейна. Первым на помощь девочке подоспел ее отец, однако рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу. По словам матери девочки, за два дня сердце ребенка останавливалось 5 раз. Дорожные службы восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморского края, которые ранее оказались отрезанными из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации края. При этом остаются 7 участков дорог, где ограничено движение, но есть альтернативные проезды. Все дошкольные, общеобразовательные учреждения и другие социально значимые объекты работают в штатном режиме, заверили в администрации края. Приморский край за прошедшую неделю, напомню, пережил сильный паводок. В 7 районах и городских округах края действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне уровень воды во всех реках начал снижаться. В регионе не осталось рек, уровень воды в которых достигает опасных отметок. Сотрудники Следственного комитета вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, передает ТАСС. Адвокат Сергей Паршин заявил, что из него следует, что Михаил Хачатурян неоднократно истязал и домогался дочерей. Соблюдение следствия формальности не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении, признаны установленными фактами. Адвокаты надеются, что это поможет признать действия сестер необходимой самообороной. Сестрам Хачатурян, напомню, были предъявлены обвинения в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна, совершенном по предварительному сговору. Девушки признали вину и заявили о регулярном насилии со стороны отца.
Большинство россиян не любят фотографироваться. В этом признались 82% респондентов, опрошенных в ЦИОМ по Всемирному дню фотографии. При этом 70% все же делают это. Среди тех, кто неохотно фотографируется, много людей в возрасте старше 60 лет и тех, кто практически не пользуется интернетом. Актуальна такая точка зрения и для сельчан. Больше других любят фотографироваться россияне в возрасте от 18 до 24 лет, их 34%. Около половины опрошенных при этом недовольны, как они выглядят на снимках. Собственные фотографии обычно нравятся 45% граждан. Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения по телефону в августе среди 1600 абонентов, зарегистрированных в России, передает ТАСС. Эти и другие новости читайте на нашем сайте radiovesti.ru. Погода. По данным Центра ФОБОС, в Архангельске сегодня кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса, в Новгороде 19-21 без осадков, в Оренбурге 28-30, в Самаре 26-28 градусов, везде без осадков, в Нижнем Новгороде 24-26 градусов без дождя, в Волгограде жарко 34-36, также без осадков. В Сочи сегодня существенных осадков не обещают, днем 27-29 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 21-23 градуса. В Москве сегодня без существенных осадков, и днем обещают 26-28 градусов. Мишин с пакетом WH1 с учетом сдачи денежного автомобиля в зачет не производственного.